Заболеваемость новым штаммом омикрон в регионе остается высокой, в связи с чем выросла нагрузка и на первичное звено. Сейчас операторы диспетчерского центра самостоятельно обзванивают пациентов, у которых подходит срок закрытия больничного листа, и предлагают сделать это дистанционно. С 4 февраля жители сами смогут обратиться в колл-центр 122 по вопросу закрытия больничного. Голосовой помощник задаст уточняющие вопросы, оформит заявку и передаст ее в поликлинику, после чего с пациентом свяжется врач и закроет больничный лист дистанционно, сообщили в областном Минздраве. Лишний раз ходить в поликлинику не придется.